Газ людям не игрушка или поучительная история о том, как не стоит игнорировать проблемы газообеспечения. Вчера ночью краснодарская семья из 4 человек сменила домашние постели на больничные койки. Родителям пришлось срочно вызывать карету медиков, когда их маленьким детям резко стало плохо. Супруги с 6-летним сыном и 4-летней дочкой проживали в одном из частных домов по улице Головатова. По предварительным данным, в ночь на 19 апреля дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Через некоторое время ухудшилось состояние здоровья их родителей. Мать малолетних вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой диагностировали у членов семьи признаки отравления угарным газом. Неправильное использование оборудования в доме было версией краевого СК вчера. Сегодня ее подтвердил Горгаз Краснодара. Оказалось, что семья последние 3 года буквально не пускала к себе домой газовиков, за что и получила такой опасный для здоровья жизненный урок. Сейчас родители и их дети остаются под наблюдением медиков.